Спасибі, що ви з нами. Максим Празніков, економічний експерт в нашій студії. Говоримо з ним про те, що буде з гривнею і яким же ж буде курс найближчим часом. Так? Ну, тобто, те, який уряд нам поставив, ми знаємо, так, на кінець цього року вже має бути 32, в середній там 29. Але зараз ми бачимо, що курс інтенсивно росте. Хоча от ваші колеги деякі говорять про те, що це сезонне коливання. Тобто, не треба панікувати, до весни курс полізе вниз. Ну, я во многом с ними соглашусь. То есть, вот как я уже начал говорить, каждый год, это конец года и январь, мы наблюдаем определенное падение курса гривны. То есть, это связано с возрастающим импортом, с повышенным спросом на валюту, с отопительным сезоном. Там еще определенный целый ряд факторов в этом году. Ну и как, в принципе, в предыдущие годы это наложилось. Вопросы, связанные с дополнительными социальными выплатами. То, что бюджетные деньги очень активно тратились. То есть, как обычно, за последние два месяца года тратится там порядка 40% всех государственных расходов. И это, опять же, дает мощный вброс денег в экономику. Соответственно, гривна была под определенным давлением. Это происходит каждый год. И есть некое падение курса, да, то есть проседание гривны. Действительно, с большой долей вероятности к весне будет выравнивание, но тут опять тоже нужно понимать, что на это накладывается, вот конкретно сейчас накладывается еще ситуация с МВФ. То есть мы в прошлом году получили фактически всего лишь 1 миллиард. Так. И 1,1 миллиард отдали. То есть мы, в принципе, получили, произошел такой некий рефинанс. В этом году шла речь о том, что мы в первом квартале получим от 1 до 1,5, и до конца года еще где-то минимум 1, то еще опять же 1,5 миллиарда. Пока риторика со стороны МВФ не внушает такого оптимизма. То есть есть определенные претензии по антикоррупционному суду, по земельной реформе, по цене на повышение цены на газ. Добре, якщо буде затримка з траншем, то що тоді буде? Ну, тогда есть риск как раз для курса. Во-первых, есть риск того, что будет, опять же, некое проседание курса. И, во-вторых, это очень нехороший сигнал для других потенциальных инвесторов в экономику Украины, для других финансовых институций, которые, в принципе, тоже могут притормозить какие-то свои программы. То есть, на самом деле, ну, помимо того, что кредиты МВФ – это самые дешевые деньги, в принципе, которые только можно привлечь, это еще некий такой зеленый свет всем остальным финансовым институциям вообще, в принципе, в мире о том, что в экономике страны происходят позитивные изменения, то есть есть определенное доверие со стороны Международного валютного фонда, и деньги можно давать. Да? То есть, опять же, мы в этом году, Министерство финансов планирует в очередной раз выйти на рынки заимствования, привлечь очередных там, 3 миллиарда, как это было сделано в прошлом году. И если сейчас, опять же, будут очередные транши заморожены или перенесены во времени, то это, во-первых, усложнит этот процесс, а во-вторых, может привести к тому, что мы будем занимать деньги еще под более высокий процент. То есть это будет совсем спекулятивное. А с приводу, если мы говорим про курс, у нас же на табло зазвичай три валюты, так? Это евро, доллар и российский рубль. От тут дуже цікаво, якщо раніше, скажімо, там 13-й рік візьмемо, і ще раніше, співвідношення було, ну, умовно 1 до 3, зараз майже 1 до 2, так? В чим це пов'язано? Виходить, що наша валюта падає більше, ніж російська, тому що ми знаємо, в них теж було просідання. Ну, фактично, те, що відбувається в Росії, да, там є достаточно большое количество санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть на котировки по нефти, то они сейчас растут. Да, то есть, если мы возьмем год назад, соотношение там было 55 долларов за баррель, сейчас это 70. Соответственно, это помогает укрепиться и российскому бюджету, и российской валюте. И, ну, объективно, да, на сегодняшний день ситуация такова, что мы относительно российского рубля теряем. И что с этим делать? Ну, тут не нужно смотреть исключительно на рубль. То есть мы говорим, в принципе, о силе гривны. Да? Как формируется это там, соотношение экспорта и импорта? Это спрос на валюту. То есть если фактически, чем лучше будет наш платежный баланс, то есть чем больше будет экспорта, или чем дороже будет экспорт, то в определенной степени для укрепления гривны это лучше. Ну вот, а в этом плане мы, к сожалению, очень сильно зависим от, опять же, то, что говорил, сырьевых рынков. То есть цены на те основные экспортные составляющие, которые, в общем-то, и формируют экономику Украины. То есть вот это и металл, и зерно, и прочее. Пока прогноз, ну, на этот год достаточно позитивный. То есть там никаких падений цены не будет, может быть, даже ожидается небольшой рост. То есть, в принципе, вот те прогнозы по курсу гривны, которые заложены в бюджет, если не произойдет ничего экстраординарного, никаких форс-мажорных событий, связанных, опять же, там, с ситуацией на востоке Украины,
если, в принципе, нам удастся продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, то мы в этих рамках удержимся. Но, опять же, нужно помнить, что и в этом году, и в следующем у нас достаточно крупные выплаты. То есть там, каждый год это порядка 8 миллиардов, это то, что мы должны отдать. На сегодняшний день золотовалютные резервы – это сумма порядка 19. То есть фактически мы миллиарды, да. То есть мы фактически балансируем на пределе. И без какой-то очередной поддержки со стороны того же Международного валютного фонда и других финансовых институций, нам будет сложно. Как минимум, это может действительно отразиться на курсе, и вариант 33-35 тогда не является даже пределом. Но это такой, это очень экстремальный крайний сценарий. Скорее всего, такого не произойдет. То есть, как в 2015-м, когда мы балансировали на грани, когда, опять же, те же самые резервы были на уровне 5 миллиардов, тогда ситуация была еще хуже по всем направлениям, и МВФ, в общем-то, пришел достаточно активно на помощь, то есть были влиты деньги, поддержал курс и не дал ему окончательно упасть. Мы пам'ятаємо ці курсові коливання, так, коли говорили, що буде навіть по 40 гривень за долар. Пане Максиме, ми продовжуємо говорити, залишайтеся з нами, з обозтів і сайтом Bozrivatel.ua, після невеликої перерви повернемось.